Здравствуйте, дорогие подписчики третьего канала, с вами снова Кромл, сегодня мы с вами продолжаем играть в Last... Outlast. Доктор Рик Трагер. Трагер — больной ублюдок, отрезал мне пальцы, попытался калечить пациентов десятками. Я видел, как он взял и убил одного, и ничего не могу с этим сделать. Разговаривает тут как белый воротничок, эдакий мудак из высшей школы бизнеса с набором клюшек для гольфа в багажнике его дуди. Я бы поспорил на оставшиеся пальцы, что он был заправлял и в мерков, пока его не коснулось то, что здесь произошло. Хочу отсюда выбраться, хочу обратно свои пальцы, хочу выбраться. Хочу, чтобы Трагер сдох. Вот чё. В общем, опять я на том же месте. Ага. Опять он обнаружил, что меня нету. Не очень он этому рад. Я не знаю, куда идти, поэтому сейчас будем импровизировать. Что ты кричишь? Успокойся. Come on! Хорошо. Сильнее камера не двигается, к сожалению. Я бы еще повернул. Хотя не вот, двигается по чуть-чуть. Да все же хорошо. Вот сейчас он будет здесь гулять, и надо придумывать, куда идти. Я пока не очень представляю, куда, поэтому пока лежим и ждем. Ну что, Трагер? Вот этот человек, который лежал, ну, как вы слышали, он разговаривал, и он говорил, что он не был якобы пациентом, не знаю, верить ему или нет, но вот этот вот точно был пациентом, который с ножницами сейчас гуляет. Он пошел туда. Я, кстати, не вижу, что там. Ночное видение как включается? Совершенно не так. Да, блин, да что ж такое-то, простите, вот так вот. А, тут ничего не видно. Он где-то здесь. Подождем, пока он куда-нибудь уйдет, и попробуем куда-то тоже уйти. Надо подождать. Ты долго здесь гулять будешь? Если он будет здесь все время гулять, я даже не знаю, мне придется сбежать, наверное, от него. Сейчас посмотрим, если он никуда не уйдет, значит придется. Да, действительно. Бля, сейчас придется бежать, ребят. Честное слово, ничего с этим не поделать. Кто кричит? Это я в панике так кричу. У меня пальцев, правда, нет, еще несколько. Он меня так может засечь. Я так громко кричу. Да посмотри. О, господи. Он этими штуками так скрежет. Ну, я не знаю, как правильно. Щелкает ими. Ножницы огромные какие-то. Непонятно даже для чего эти ножницы. Где в хирургии могут такие ножницы применяться? Вообще просто не представляю. Жесть. Иди гуляй отсюда. Ну я понял. Я даже уже понял маршрут его. Куда он и как будет ходить. Если я вылезу, он моментально меня не увидит. Если не увидит, то я попробую как-то тихо вон туда пойти. В ту сторону. Я не знаю, что там. Но это единственное место, куда я могу пойти сейчас. Да иди отсюда уже. Я знаю, куда ты пойдешь. Вот сейчас он пойдет далеко. Куда-то туда, вдаль. Бегать от него я не очень хочу, я хочу как-то незаметно уйти от него просто. Вот здесь вот я еще не вижу, что там происходит, к сожалению. Ага. Он что-то делает. Самое время, чтобы выйти. Попробуем, посмотрим. Увидит, нет? Вроде не видит. Так, там есть проход? Да, там есть дверь. Это тут окно? Как бы он меня не увидел здесь. А что, если я открою дверь? Не открою, да? Вот здесь пока полежим. Надо будет пробираться, значит, все-таки туда. Ну ладно. Здесь, кстати, вид получше, чем там. Я мог прямо отсюда смотреть, как он его убьет. Но. Ой, ах. Ты меня ведь не увидишь здесь, верно? Иди гуляй отсюда. Что ты здесь забыл? Он прям пасет меня, он как будто знает, где я нахожусь. Ух, блин. Ну и иди отсюда. И я под следующую койку запрыгну. Тут, наверное, койками надо двигаться, да? Как меня можно не видеть здесь? Я же очень сильно палюсь, по-моему, нет? Надо как-то развести его. Вон он. Блять, надо... Давай. Он меня не видит, не видит. Пошел в жопу! Дорогуша! Я не знаю куда. Тихо, не кричи. По кровавому следу, идем по кровавому следу. Быстрее! Нет! Нельзя воспользоваться, там что-то не работает. И что, я в тупике, что ли? А вон выход наверх. Я его не заметил. Кровавый след-то туда ведет, а я в лифт пошел. Вроде он сюда не пробежал, да? Ну ладно, тогда мы пойдем наверх сами.
Давай, быстро, 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 я тебя прошу. Все, нахер отсюда. Нахер это дерьмо. Так, там не видно ничего. Ну и хрен с ним. Тут вроде потише будет. Доктора нет, и слава богу, да? Так, батареечек тоже у нас, к несчастью, нету. Эту двигать штуку вообще есть смысл? Ее двигать-то на себя можно? Не, нельзя. А вперед ее двигать некуда. Так что забьем. Ну ладно, осмотримся пока здесь. Так, тут тупичок. Тут есть ничего. Ну ладно, значит нам сюда и не надо. Че это ты забеспокоился? А. Что ты остановился? Пожалуйста, пожалуйста. Последний момент. Это все бюрократы с корпоративным праздником и золотыми парашютами. Дальше я не успел прочитать. И ушел отсюда. Лол, серьезно? А где я сейчас? Ну, я в каком-то другом месте, однозначно. Так, пока его нет, давайте просто быстренько продвинемся вперед. Пошел в жопу, пошел в жопу. Ты же не против, я под тебя залезу? Тут свет падает, конечно, мне не нравится это. Его я не слышу и не вижу. Слышу, где-то он есть. Своими ножницами гремит на всю палатку. Палату. Вот где-то рядом, как будто бы он. Пока все довольно тихо, да? Ну, давайте дальше туда продвинемся. Я просто боюсь. Как бы он откуда не вылез. И просто мне еще плохо видно, отсвечивает. Экран мой. Вот прям... Что это за звуки такие? Тихо-тихо-тихо. Пожалуйста, откройся. Я же здесь был, нет? Был я здесь или нет? Кто мне подскажет? Нет, здесь я не был. Я слышу, кто-то гремит цепями. Не сказать, чтобы мне это нравилось. Все в порядке, ты не беспокойся. Я тебя понял. Парень шутить не любит. Вот здесь просто спрячусь. Вот и он. Вот ты где. Что ты говоришь? И ушел. Тебе туда и дорога. Не знаю, что это было сейчас и куда мне нужно было бежать. Кто здесь гремит, ребят? Не гремите, пожалуйста. Мне нужно вот, чтобы не было звука никаких посторонних звуков. Нужно сосредоточиться. Вы немного мешаете мне. Парень, вот ты. Ты мог бы его на себя отвлечь? Ты можешь что-нибудь мне сказать? Бляха-муха. Я понял, лучше бы этого не делал. Только тронь меня, я клянусь гребаному божью. Пришью тебя своим разумом, только рискни. Ну чё, ублюдок долбанный, рискнешь? Давай. Все придет, 100% придет. Вот и он. Ты его тоже убьешь, что ли? Нет, смотрите, осматривается, кто это был. И вот сейчас мы разведем его. Меня не видит? Ну, он пошел гулять куда-то. Блять, иди гуляй туда. А я выйду отсюда. Вот это я его обманул, да? Все, до свидания. Не знаю, куда бежать, но куда-то надо бежать. Да, блядь, здесь столько всего, похожего, я даже не знаю. Вот здесь я был. Бляха-муха. Здесь тупичок. Я не знаю, что здесь делать, просто вот здесь спрячемся. Я не знаю, куда выбираться, ребят, честное слово. Там все повторяется. Вот, если он сейчас туда пойдет, то все. Да, да, да. Иди прогуляйся. Там типа были двери, которые я не проверял. Ну, наверное, сейчас мы их и проверим заодно. Ох уж мне этот Outlast. Вот что вот здесь вот же эту не подвинешь, правильно? Или подвинешь.
Где он там? Сюда идет. Меня ж ты не увидишь, правильно? Иди прогуляйся куда-нибудь, действительно. Тихо, тихо. Смотри, ты что, здесь теперь будешь ходить? Серьезно? А как я пройду теперь? Смотри, сюда идет. Парень, ты что-то, блядь, какой-то непоследовательный. Ты обычно делал одни и те же действия, а теперь не делаешь их. Успокойся. Блядь. Пожалуйста, не убить меня. Я тебя прошу. Здесь где-то стоит, прямо здесь. Попробую сподвинуть ее, что ли? Да, наверное, так и сделаю сейчас. Но он мне мешает, он типа там стоит. Что сделаю с этим? Так. У меня так батарейка кончится, парень. Мне нужно прям действовать. Мне кажется, вот эта штука мне не поможет. Но мы все-таки попробуем. Ай, иди нахуй. Ты задрал меня же, честно. Давай побегаем с тобой. Здесь дверь открывается? Открывается. Ну вот и забудь про меня, как про вчерашний день. Туалет. Классно, я в туалете. Что я здесь забыл? Если что, я закроюсь в кабинке. Кабинка пуста. Задрал ты меня, дядя. Бегаешь за мной вечно. Тут тупик. Тут тупик. Тут можно закрыться. Здесь мне тоже неинтересно. Здесь я погулял. Спасибо. Пойду еще где-нибудь пробегусь. Мне надоело это место. Хочу уйти отсюда. А он, видимо, жопу мою хочет, да? Так, тихо. Тут я был. Никого не вижу пока что. Кто-то гремит тут путами опять. Тихо, не кричи, я близко подходить не буду. Вот сюда хочу подойти. Вот здесь я не был. О, слушай, тут еще приоткрыто так. Как будто специально. И тут туалет. И тут туалет, надо же. Забавно. Повсюду туалеты. И в последней кабинке, как обычно, ничего нету. Это очень странно. Очень-очень странно. Ну чё, чё у нас из двери осталось? Осталось еще там, получается, на выходе, где он пасет все время. И еще где-то двойная дверь должна быть. Видели его, да? Прошел туда. Так. У нас есть очень много времени. Ух ты, тут тупичок. Тихо-тихо-тихо-тихо, не кричи. Вот эта двойная дверь. О, меня заметили. Ну и до свидания тогда. Я пойду дальше. Надо было дверь вот эту дверь открытую оставить. Дверь вот эту дверь. Ты хочешь в догонялки поиграть? Ну давай в догонялки поиграем. Я в принципе не против. Меня вот эта дверь интересует. Она открывается? Понятно. Он же потерял меня по пути-то. Вроде потерял. Вот эту я хотел еще пододвинуть. Откройся, пожалуйста. Отлично, это надо было сюда. Наконец-то. Развели парня. Что я должен был сделать? Воспользоваться этим лифтом нужен ключ. Какой ключ-то? Ключ я вот так и не нашел. Какой-то ключ я потерял. И она обратно вот сюда выбрасывает. Я понял. Ну, успокойся. Все в порядке. Иди прогуляйся там. Здесь закроем пока. Его надо выманить. Это что за дверь? Не откроется. Здорово.
Так, это что за дверь? А что здесь все закрыто? А куда мне идти? Парень. Тут вроде куда-то везет дверь, но тут тупик, да? Что расскажешь? Как ты себя чувствуешь? Он просил меня, кстати, о том, чтобы я его убил. Интересные парни. Это, видимо, местные рабочие здешние. Ну, вроде его нету. Не знаю, сейчас, наверное, опять бегать будем от него, да? Смотри, нашел меня. Ну, до свидания тогда. А, я знаю. Кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. И проиграешь у нас ты. Знаешь почему? Потому что я отсюда выберусь. И тебя здесь оставлю. Вот единственное место, которое я еще пока не проверял. Все, больше я не знаю, куда идти пока что. Блять, он бежит. Он бежит. Блять, открой дверь. Нет! Это, блядь, самоубийство, я вам говорю. А! Да открой ты! Боже, все. До свидания. Вернемся сюда попозже. Боже, как же ты мне не нравишься. Как же ты мне не нравишься. Ты бы знал быстрее. Хочешь предложить поработать со мной? Да нет, спасибо. А где ты? Да, я посмотрю. На тебя. Так, ну вот теперь я должен успеть, да? Он-то не успеет, а я успею. Пока он там тупит, я его быстренько вокруг пальца обведу. До свидания. Здесь бы бросить что-нибудь, чтобы его притормозить немножко. Так, я чуть-чуть не успел. Все, до свидания. Вот здесь я еще пока не был. Если где-то ключ есть, то где-то здесь. Не кричи, не кричи, пожалуйста. Закроемся пока здесь. Я не знаю, где здесь спрятаться. Вот здесь, допустим. Все, посижу здесь. Этот Outlast. Я слышу, как он ломает дверь. Тихо. Я не включаю пока что фонарик, потому что... Ну, я... Он здесь. Я хочу подпрыгнуть, но это будет громко. По-моему, он здесь. Вот здесь можно посмотреть в щельку. Он уходит здесь. А, открыл. Туалеты проверяет теперь. Так, не нашел меня? Все, иди отсюда. Да, надо было сперва эту ногу отрезать. Непрофессионально как-то. Знаешь, иди прогуляйся. Что-то я даже не слышу, ушел он или нету. Но я посижу, мне несложно. Ой, простите. У меня колика от страха. Ну, наверное, он ушел, да? Ты ведь ушел? Ой, здесь столько шкафчиков. Ну ладно. Пока его нет, мы тогда здесь походим. Что здесь, пусто? Такое ощущение, как будто он прямо здесь ходит. О, батареечка. Ты-то мне и нужна была. Мне не нравятся эти звуки. Непонятные. В случае чего спрятаться здесь... А, это вот кто звуки издает. Боже мой. Парню весело там. Веселится парень. Но ключа здесь вроде нет, да? Вроде нет. Я еще раз посмотрю, все внимательно. Так, тут что? Тут пусто. 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 Боже, два раза ударил. Ёбаный Outlast. Ага, иди отсюда. Иди отсюда, я ключ ищу, ты мне мешаешь. О боже, этот Outlast. Жесть.